Так, ну ничего, ребятки, вот, короче, мотик разобранный, он движочек, здесь вот движок очень легкий, снимается без проблем, довольно легкий двигатель, однако, для такого объема, очень легкий, на зизере движок тяжелее, чем здесь, здесь вообще, то ли я подкачался, то ли еще что, вот, снят рулевая. Линза в хорошем состоянии, но там чуть-чуть вот есть такие вот как бы, ну, уже такие выемочки. Я все равно их поменяю, потому что что там вообще ни о чем. Когда столько разобрал их менять, буквально 10 минут вообще. Естественно, поменяю. Потом что? Может быть, поменяю еще сальники с пыльниками. Хотя здесь не текут, но... Может быть, поменяю маслица, хотя вот эта вязкость меня устраивает довольно-таки. Но здесь все регулируется, все нормально, в общем, без проблем. Так, чего еще? Вот здесь вот у меня вот такой вот, ребят, бардак. Это будет все раскидано по коробкам. Ну, не раскидано, конечно, все убрато аккуратненько по коробкам. Подрамничек туды-сюды. Короче, ребят, как-то так вот буду заниматься. Сперва начну заниматься рамой. Буду ее чистить, красить. Надо будет заказать подшипники. Так, ну и в принципе, что, ребят, вот все. Буду заниматься, как говорится. Клапанишки надо будет отрегулировать. Тоже проверить, по крайней мере. Так что вот так вот движок покрасить, соответственно. В общем, вот такие делишки, ребят. Ну, как говорится, все, ребята. Всем счастливо. Всем пока.